Всем привет! Сегодня расскажу, как я соорудил очередную игрушку для своего сына. Как видите, это пушка. Собрана она довольно просто. Колеса от детской тележки, пара дощечек, распиленных для лафета, эдакое украшение, медные скобки, которые удерживают ствол, и ударно-спусковой механизм, сделанный из болта. Калибр я подбирал так, чтобы со снарядами у мальчишки не было проблем. Я взял трубочку от Метапола, в которую легко входят батарейки. Таких пальчиковых батареек, севших или полусевших, а может даже годных, я думаю, у всех найдется в избытке. Взводится эта пушка довольно легко. Внутри пружина. Поршень выталкивает снаряд. Залп. И солдатики повержены или крепость разрушена. Что находится внутри? Пара гаек. Пружина. И мебельный болт. Размер ствола я подбирал именно так, чтобы этой пружины, этого болта было достаточно, чтобы ничего не распиливая, не работая напильником, можно было собрать ударно-спусковой механизм. Думаю, найти такие запчасти сможет каждый и сделать такую игрушку для своего ребенка тоже. Пока!